В Одесской юракадемии прошли съемки украинского художественного фильма. На протяжении дня учебный корпус служил съемочной площадкой для одной из сцен фильма, которая показывает жизнь молодых людей. В актерский состав вошли студенты Международного гуманитарного университета, а также профессиональные актеры. Режиссер фильма говорит, локация полностью соответствует задумке сцены. Ну, это мелодрама четырехсерийная, которая будет транслироваться на телевизионных каналах. Это четыре серии. В фильме будет масса интриг. Сейчас мы снимаем одну из сцен, которая будет сниматься в юридической академии. Спасибо Сергею Кивалову, что предоставил нам площадку для съемок. Актерами также стали студенты Международного гуманитарного университета, который обучается на кафедре кино и телевидения. Среди молодых людей – будущие кино и телеоператоры, дикторы, ведущие телепрограмм, режиссеры и звукорежиссеры. В МГУ готовят уникальных специалистов на юге Украины в области аудиовизуального искусства и производства. Для них такое сочетание учебного процесса с практикой является бесценным опытом. Конкретно моя специальность связана с режиссурой. И вот сегодня я пришла на данное мероприятие, чтобы получить опыт какой-то, возможно, с которым я хочу связать свою профессию. Сегодня я снимаюсь в массовке, вот в этом шикарнейшем процессе, который вы сейчас можете наблюдать. Для меня это шанс посмотреть на технику, на съемочный процесс, все, что происходит в большом кино. В принципе, сейчас достаточно мало снимается кино. Кино в Одессе, скажем так. Поэтому для меня это лично шанс посмотреть на что-то грандиозное, большое. В фильме принимают участие актеры русского и украинского театров. Также специально для съемок сериала приехали актеры из-за рубежа. Есть большие роли в кино, есть и маленькие. Это очень тоже здоровская роль, в которой можно хорошо показать себя с двух сторон, потому что персонаж двуличен, он хамелеон. Отметим, что это уже пятая художественная картина, съемки которой проходят при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. В частности, короткометражный фильм «Согранаты» одесских режиссеров Андроника Давтяна и Романа Волчака участвовал в более чем 30 международных конкурсах и был представлен на 69-м международном Каннском кинофестивале. А документальный фильм о нашем городе «Одесса, как она есть. Люди, события» завоевал множество премий на международных кинофестивалях в Италии, Бразилии, Австралии и Армении.